Ты постоянно должен быть товаром на рынке с высоким ценником. Ты должен постоянно соответствовать самым высшим стандартам. Но ведь это все игры внутри суперэго, внутри большого пространства псевдо социальных отношений. Это вот как в Инстаграме, понимаете? Там есть какой-нибудь аккаунт, там все красиво, прекрасно, какие-то красивые фотографии, там и прочее, другое, пятое, десятое. Часто люди там часами пытаются получить нужный кадр. А нам это кажется как такое сиюминутное возникшее чудо. И дальше мы таким образом формируем для себя то, каким мы должны быть. Наше суперэго говорит, каким мы должны быть. Наша персона говорит, каким мы должны быть. В случае Адлера наша воля к власти говорит, какими мы должны быть. Все это всегда избыточно. Наши требования к себе избыточны. Важно понимать, что мы все время работаем с этим суперэго, с этой персоной, своей и других людей. Вы не знаете, что происходит в жизни людей, которым вам кажется, что у них все прекрасно, замечательно и так далее.